12-летний индонезийский мальчик стал самым молодым студентом, которого когда-либо принимали в университет Уотерлу в канадской провинции Онтарио. Дики провел детство на острове Ява. Английский начал изучать только после того, как его семья переехала в Сингапур. Освоил новый язык он всего за полгода, читая субтитры к американским боевикам. Параллельно учил физику. В вузе говорят, что он был одним из лучших абитуриентов. Он среди самых сильных студентов, которые в этом году поступили на научный факультет. Мальчик также планирует записаться на курсы химии и экономики. Ожидаю, что будет много домашнего задания. Также я ожидаю, что у меня будет много новых друзей. У меня позитивный настрой в отношении университета. Дики уже собирает вещи. Ему придется привыкать к более холодному климату. Так что теплая куртка не помешает, а лучше две.